Знаменитая актриса 90-х Махима Чаудхари немного отдалилась от мира кино, но ее часто можно увидеть в социальных сетях. Махима очень активна в Инстаграм и продолжает делиться своими фотографиями. Хотя недавно Махима была замечена с дочерью Арьяны, после чего о дочери много говорят. Дочь Махимы Чаудхари не уступает своей матери красотой. Сама Махима Чаудхари продолжает делиться фотографиями своей дочери Арьяны в социальных сетях. Скажем вам, что Махима вышла замуж за бизнесмена Бобби Мукерджи в 2006 году. Однако Бобби расстался с Махимой в 2013 году, и Махима в одиночку заботится о дочери и воспитывает ее. Арьяна родилась в 2007 году. В недавнем интервью Махима рассказала о двух своих выкидышах и проблемах, связанных с ее браком. У сестры Махимы Чаудхари Аканши есть сын по имени Райан. Обе сестры вместе заботятся о своих детях. Между Райаном и Арьяной очень хорошая связь, и они оба очень близки друг другу. Арьяна и Райан, живущие вместе с детства, также хорошо дружат с сестрой-братом. Если говорить о кинокарьере Махимы Чаудхари, то она начала свою карьеру в 1997 году с фильма «Пардес». После этого актриса снялась во многих замечательных фильмах, таких как «Ладжа», «Дивани», «Тхатхак». А имя Махимы Чаудхари было включено в список самых успешных и популярных актрис Болливуда. Последний раз ее видели в бенгальском криминальном триллере «Темный шоколад». В 2016 году фильм получил большой резонанс.